Ну что, может фильм какой посмотрим? Да, давай. Ты, кстати, это, первую часть смотрел? Нет. Так что ты молчишь? Тебе же ничего понятно не будет. Сейчас первый будем смотреть. Ну что, посмотрим сейчас с тобой фильм? Ага. Ладно, погнали в какой-нибудь клуб сгоняем вечером, оторвемся хоть. О, погнали, ты сегодня реально скукотень дома жестко, я диван. Свет, может быть вечером сходим куда-нибудь оторвемся? Да, класс, погнали в кафе. Ну пошли, оторвемся. Родители уехали, до завтра будет тусить всю ночь. Максим, мои родители уехали до завтра, так что ты у меня сегодня на ночь. Ну что, будем спать? Ага, спать. Малой, время сколько сейчас? 12:15. Спасибо. Малой, время сколько сейчас? Иди нахуй. Не хочу я это есть. Так, давай ты сейчас съешь кашку, а потом мы с тобой сходим в магазин, и я тебе куплю машинку на пульте управления. Давай. Не, за машинку есть не буду. Хочу планшет. Вот это у меня переснимка. Пап, смотри, я в тату-салоне набил имя своей девушки. Блять, ты с ней неделю встречаешься, какая татуировка? У нас вообще-то с ней любовь на всю жизнь. Я тебе сейчас покажу любовь. Здорово. Ты дома один хоть? Нет, там родаки сидят. А, ну я тогда лучше на улице подожду. Да забей, чё ты. Ай, нет, жду на улице теперь. О, здорово, заходи. Привет. Так, мне сейчас нужно у тебя срочно все сожрать. Где у тебя здесь кухня? Прямо по коридору и направо. Все, спасибо, дальше я сам. Влад, а где ты такой стол купил? А у тебя цифровое телевидение или только 7 каналов? А здесь у тебя что? Ничего себе у тебя квартира. Это же евроремонт, да? И вот во сколько тебе это все обошлось? Красота. Макс, ты есть будешь? Да нет, спасибо, я дома поел. А чай, может, хотя бы? Да не, я не хочу. Да ладно, не стесняйся, будь как дома, чё ты. Да я не стесняюсь. Ладно, у тебя Wi-Fi есть? Ну да. Офигенная туса. Это куда это ты уже собираешься? С парнем иду гулять. Каким еще таким парнем? До свадьбы только дружеские отношения. Обняли, в щечку бочки дали и по домам разошлись. Все. Да папа. Куда это ты уже собираешься? С девушкой иду гулять. О, у вас там уже хоть что-то было? Да па. Ну что, па, надо ж знать, нормально у меня сын или нет. Да блин, пап! Что такие? У меня духи закончились. Поехали, купим тебе новые. Сынок, ты мусор! Фу, чего у тебя здесь так воняет? Да у меня дезик закончился. Так мойся чаще, дезик у него закончился. А их наушниках. Я съезжаю, буду жить самостоятельной жизнью. А как же ты без нас жить будешь? Это же ты сама будешь за все платить, готовить, убираться. Я хочу съехать и жить самостоятельной жизнью. Ура! Мне под это платье неплохо подошло бы новое ожерелье. И духи еще закончились. Но хорошо, что они есть в наличии по улице Советская, 34. Ну да, это хорошо. Свет, если там дарить что-то будешь, ну это я так, на всякий. Вместо носков подари мне дезик, а то закончился. У тебя такие крепкие руки, ты что, качаешься? Да нет. Я себе джинсы новые купила, за свои кони сзади смотрятся. Ну да, нормально. Блин, Свет, ты мне, короче, это, нравишься очень сильно. Пошли вечером куда-нибудь сходим. Это тебе. Ну что, пока никого нет, и посмотрим фильм? О, давай, там как раз «Мстители. Война бесконечности» вышла в хорошем качестве. Свет, может быть это, пока никого нет, а? Что это? Ну вот это. Ну ты, конечно, романтик. Куртку сюда повесить.
Мам, я еще поесть, что я голодный как волк. Нет, сейчас положу. Может побольше, пожалуйста? Блин, как же есть хочется-то, а? Максим, тебе может покушать что-нибудь положить? Да не, я только недавно поел. Когда уже кто-нибудь проснется, стрёмно первому вставать. Да, завтра как договорились, увидимся. Угу. Да, хорошо, все, пока, пока. Ну все, пришли, прощаемся. Может быть, на чаек ко мне зайдем? Ну, пошли. Парни в гостях у девушек. Ты снимай обувь и проходи на кухню. Окей. Ну, ты скоро там? Да я иду. Че, реально чай будем пить? Ты только не пугайся, у нас сейчас мои родители ждут. Хорошо. Максим, что там стал? Пошли в зал. Ты говорила, что родителей не будет, я стесняюсь. Ой, а кто это у нас тут такой красивый? Как тебя зовут? Максим. Доча, а он точно здоров? Мам. Ну что, чаек попили, когда будем? Козёл! Котик, можешь сумку подержать, пожалуйста? Ну, давай. Вот это попадос, конечно. Ау! Сны, которые снились каждому. Да, я скоро уже буду. Но... Ну все, давай, давай. Слушай, давай я тебе перезвоню. Помогите! Это был сон. Фух. Так, прикинь, это Чели говорит, давай по этой цене. А я ему говорю, нет, давай по этой. Он согласился. Хорош! Блин, что за фигня? На 2 минуты уже опаздывают. Я пришел вовремя. Слышь, братуха, не подкинешь мелочи на проезд, не хватает? А за что ты воду купил, братуха? Будешь? Молодой человек, что за проезд? Что? Слушай, парень, не пускаешь, когда до центра доехать? 44-й автобус. Слушай, а через сколько он будет? Ну, табло есть, посмотреть. Слушай, а на какой лучше выйти, чтобы до центра ближе было? Брест-Литовска. Спасибо. Однако себя знала. Бумажка какая-то пошла отсюда. Вон, смотри, какая чика идет. А, да. Своя.